Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 68, упражнение номер 4. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений в одно действие и в два и в три действия. При решении примеров первого столбика мы вспоминаем таблицу деления. 27 разделить на 9 равно 3. 56 разделить на 7 равно 8. При решении примера второго столбика мы вспоминаем правило, что если у нас встречаются действия умножения и деления, то они выполняются по порядку. 3 умножить на 8 – 24. 24 разделить на 6 равно 4. 2 умножить на 9 – 18. 18 разделить на 3 равно 6. При решении примера третьего столбика мы вспоминаем, что сначала выполняется умножение и деление, а затем сложение или вычитание. К частному числу 21 и 3 прибавить произведение чисел 0 и 6. 21 разделить на 3 равно 7, 0 умножить на 6 равно 0, 7 плюс 0 равно 7. Частное число 27 и 3 прибавить произведение чисел 1 и 6. 27 разделить на 3 равно 9, 1 умножить на 6 равно 6, 9 плюс 6 равно 15. И последний столбик – это пример в одно действие, 38 плюс 59. 30 плюс 50 – 80, 8 плюс 9 – 17, 80 плюс 10 – 90, плюс 7 – 97, 42 минус 17, 42 минус 10 – 32, 32 минус 7 – 25. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.